Жители 14-го, 15-го, 16-го и 17-го дома микрорайона Куктем сетуют на отсутствие подъездных путей. Одна дорога, что ведется со стороны микрорайона Васильковский, за 10 лет ни разу не ремонтировалась и находится в плачевном состоянии. Весной и летом дорога к дому превращается в настоящую полосу препятствий. Просто построили дома, а дороги прокладывали жители сами самостоятельно, то есть проезжая на своих автомобилях. 10 лет мы терпели, своими силами пытались засыпать щебенкой и так далее за свой счет, но так как мы находимся на болотистом месте, она все утопала. Во время строительства жилого комплекса «Премьера» в микрорайоне Куктем во время проведения коммуникации было все перекопано, после не приведено в соответствие. После строительства ЖК дорога вдоль озера Купа была перекрыта. Сам комплекс подрядная организация намерена огородить забором, тем самым преграждая путь к Дому дружбы. Так как возле наших домов построили частные дома СРСЛО, ЖК «Премьера» и так далее, то есть они оградились, и к нашему дому нет дорог. Написали, инициативная группа написали письмо акиму. Боржан Сингалиевич пообещал, что вопросы будут решены. Ездить по таким дорогам отказываются не только таксисты, но и экстренные службы. Они тоже застревают в болоте микрорайона Куктем. Городоначальник Бауржан Гайса предложил свое решение жителям микрорайона. Надо создать ОСИ или простое товарищество. Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы вы эту форму взяли. Вот теперь смотрите. Вы говорите, вы обращались к КСК, у вас есть КСК, не знаю какое, то есть вы знаете, да? Сколько вы к ним не обращались, они ничего не делают. Вот поэтому вам нужно отказаться от этого КСК. Вы же им деньги платите? Они с вас деньги же исправно собирают. Дорогу сделать к вашим домам, это наша обязанность. Ее мы будем делать вам, мы должны сделать. А вот, допустим, другие все позиции, все, что касается ваших домов, других позиций и так далее, это уже не наше. То есть, получается, вот эта, которая территория внутри, домовая территория, это относится к вам. Все уже ваша зона ответственности. Жителями домов данного микрорайона создана инициативная группа. Аким города призвал горожан создать объединение собственников имущества и выйти из состава КСК. Так называемая ОСИ вправе оформить земельный участок вокруг дома в свою собственность. Муслима Асхатова, Василий Вережников, Кокши Ахпарат.